Здравствуйте, дорогие друзья. 5 сентября, понедельник, на часах в Якутске 19:15. Прямой эфир информационно-аналитической авторской программы «Арена событий». В студии Владимир Сенюшкин. Сегодня в нашем прямом эфире в гостях министр по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха-Якутия Екатерина Кормилицына. Екатерина Ивановна, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Владимир, дорогие телезрители. А также заместитель генерального директора ювелирной фирмы «Керге». Галина Павлова, Галина Николаевна, добрый вечер. Также рад вас приветствовать. Мы сегодня говорим о состоявшемся открытии бриллиантовой недели, о том, как она будет длиться на протяжении 5-6-7, собственно говоря, дней, начавшись сегодня. Давайте начнем сразу с этого. Собственно говоря, с чего началась бриллиантовая неделя? И в который раз она проводится, чья идея была создание первоначальной. Вот давайте как-то так с истории начнем. Спасибо. Очень удачный вопрос, потому что для нас очень важно, 5 лет. Но действительно чего-то что-то начиналось. Как и все регионы, республика искала свои ниши, ниши эксклюзивные, особенные, для того, чтобы продвигать свой туристический потенциал, привлекать интерес туристов. И такими нишами или таковыми нишами, кроме мамонта, кроме холода нашего, конечно же, являются и наши алмазы. Поэтому мы настойчиво стали предлагать нашим коллегам федерального уровня и в своих программах и стратегиях предусмотреть не только вот те известные и популярные уже и полюбившиеся темы, которые я назвала, а еще и промышленный туризм. И поэтому и стали появляться проекты, которые связаны вот с такими новыми направлениями. Кстати, да, хочу сказать, что и в стратегии развития туризма в России с нашей республики подачи появился промышленный туризм. Вот это было начало, почему и появилась бриллиантовая неделя. То есть мы упаковали этот проект, этот продукт, это событие на базе нашего бренда, нашего эксклюзива. Фактически вы сделали бренд. Да, добыча алмазов. Да. Их переработка, появление продукта и продвижение его на рынке. Вот это мне очень нравится, это то, о чем я всегда говорил, брендирование, брендирование территории необходимо. Что включает в себя программа недели? И давайте, может быть, вот уже, чтобы вы совместно как-то поговорили, поскольку фирма КРГ генеральный партнер бриллиантовой недели. Екатерина Ивановна, может, вы начнете и Галина Николаевна? А может быть, Галина Николаевна расскажет, потому что они главные участники. Хорошо. У нас все-таки бизнес республики сегодня занимается этим не со стороны, а внутри. Они заинтересованы, они замотивированы, они внутри событий. И вот как раз фирма КРГ главный наш двигатель. А вот давайте я сейчас все-таки на своем буду наставить. Так. Тогда представьте, пожалуйста, фирму Керге. Пожалуйста. Я хочу отметить, что фирма Керге, может быть, мы сегодня знаем раскрученные бренды и наши компании, такие как Pearl Diamond. Мы знали YDC, это наши генеральные партнеры. У нас предостаточно ювелирных компаний, которые сегодня имеют уже, может быть, более продвинутые сегодня свои продукты. Фирма Керге, которая появилась у нас в 93-м году, я правильно говорю, Галина Николаевна, да? Степ-бай-степ набирала свои ниши, свои обороты. Но чем она отличается? Я думаю, что она отличается очень грамотным маркетингом, очень последовательной и системной работой. И главное, это работа на результат. Качественная работа. Не случайно эта фирма в прошлом году, в год предпринимательства в городе Якутске, среди 16 тысяч предпринимателей стала победителем. Лучший предприниматель года. Эта фирма у нас была объявлена. И, конечно же, сегодня ту работу, которую проводит фирма, не только с точки зрения продажи своего продукта, его продвижения, маркетирования, я хотела бы отметить еще и очень важные другие аспекты. Очень много фирм занимается благотворительностью. Сегодня востребованность этой компании, ее продукции в обществе еще и такими ориентирами определяется. Поэтому мы совершенно не случайно пригласили нашу компанию Керге стать генеральным партнером этой бриллиантовой недели. Тогда к вам, Галина Николаевна, вопрос будет подразделяться на два момента. Давайте сначала, наверное, все-таки о программе недели. Что это такое? Ну, какие-то, ну, не все, а основные акценты. Ну, да? Конечно, во-первых, мы очень признательны, что нам вот доверили провести такое мероприятие и стать генеральным партнером. Это очень значимое мероприятие не только для республики, но и для России. Конечно. И даже на международном уровне. Да. Поэтому это очень так... Единственное в стране такое предложение, которое дает Якутия. И я бы хотела сказать, что в этой программе, в этом мероприятии, как генеральный партнер, мы собрали все ювелирные фирмы нашей республики.
То есть будут участвовать как бы все. Во-первых, они участвуют у нас на выставке в Сокровищнице, там выставка эксклюзивных изделий. Так. Во-вторых, значит, сегодня как раз открыто. Да. Потом на бриллиантовом бале все предоставили свои изделия на благотворительную акцию. Это очень прямо тоже вот, я думаю, благодарна всем ювелирным предприятиям, как ЭПЛ, да. Саха Даймонд, Уран Саха, Гору Тум. У нас очень много открыли таких. Открыли свои салоны, да, для посещений, да? Да, открыли свои салоны. У всех в это время скидки идут. Поэтому не только как бы мы участвуем в ювелирной фирме, а все наши ювелирные фирмы, у нас их много. И все-таки. По программе, да? Нет, камерный вечер этнокультурной грани земли якутской, да, если мы говорим о неделе. Да, в прошлом году мы проводили вот это мероприятие тоже, грани земли якутской, это этновечер такой камерный. То есть мы как бы представляем не только наши украшения, да, не только наши изделия эксклюзивные, но еще у нас самое главное эксклюзивное – это люди. И этновечер, он как бы сближает тех наших гостей республики с нашим народом, потому что этнические такие номера, которые вот очень интересны для наших. У нас же очень много артистов, которые занимаются именно вот такой вот этникой. Это будет 8 числа. Это будет 8 числа. 9 числа. 9 числа будет бриллиантовый бал, где будет, значит, ну, как я сказала, благотворительная акция. А вот, можно я скажу нашим зрителям, что сегодня Международный день благотворительности. И мы не случайно этой теме сегодня уделяем особо пристальное внимание. Я потом спрошу, или вы сами расскажете, Галина Николаевна, обязательно, что делает фирма вот в этом плане. Итак, ну, я вот простите, хочу перебил, сказать, да, благотворительность. Да. Я хочу сказать, что у нас вот в этой благотворительной акции будут подаваться шампанское, в котором в каждом 10-м шампанском, бокале уже шампанского реклама. Будет бриллиант. Уже деталь. Кроме этого, значит, еще будет... Ну, по-гусарски надо сказать, так, на минуточку. Я бы хотела еще тоже по программе пару слов сказать, да, кроме бала. Галина Николаевна, наверное, все интриги сейчас не будет рассказывать. Нет, конечно, нет. Но главную интригу все-таки вы должны, наверное, сейчас И вот хотела бы вам показать, главный наш приз – это эксклюзивные изделия дизайна Петра Федотова. Здесь бриллиант 1 карат. То есть это характеристика на лотерее, да, по-моему, у вас? Да, это будет розыгрыш призов по билетам, которые, по входным билетам. А билеты где сейчас? Билеты у нас продаются в Театре оперы и балета, в Герге, в кинотеатре это, вот, Лена. Это, собственно, на ту акцию, которая будет 9 в пятницу в 19:00 в театре. Да. Но это будет не только, допустим, вот это вот изделие, но кроме этого еще и все ювелирные фирмы у нас предоставили. Такие вот. Да, вы упомянули уже, что все предоставили свои. Я бы дополнила по программе, собственно. Вот Галина Николаевна подчеркнула несколько особенностей этой программы с точки зрения активности и участия наших ювелирных компаний. А сама программа этого года, чем она отличается от предыдущих? Все-таки уже 5 лет. Хочу отметить, что в отличие от предыдущих лет, программа наша в этом году ориентирована в большей степени на нас, жителей республики. То есть на внутреннего потребителя, на внутренний туризм. Чем мы можем это сегодня отметить? Прежде всего, активностью компании «Алроса», которая подготовила очень серьезные материалы, очень интересные материалы. В программе у нас предусмотрено посещение Мирного, мы все помним, да? Да. И посещение трубки «Мир», там цеха сортировки алмазов и так далее, и так далее. Музея кимберлитов, музей истории алмазной отрасли. Но далеко не каждый житель республики и даже столицы республики может поехать в Мирный. Ну, во-первых, все-таки это не дешево. Да. Ну и сама логистика не всегда удобна, да? Допустим, там 2-3 раза в неделю. Поэтому мы приблизили добычу алмазов сюда, в Якутск, в столицу. И это сделала компания «Алроса». В Сокровищнице на 2-м этаже мы открыли музейную экспозицию, который так и называется «Алмазный путь». И можно увидеть весь цикл добычи алмазов. Причем сделала эта компания «Алроса»
благодаря современным технологиям очень эффективно. Она готовила на Восточный экономический форум. Сегодня это все доставляется сюда, в столицу. И с завтрашнего дня жители республики и столицы могут это увидеть через современные технологии, ощутив себя прямо в центре, в эпицентре этих событий, в самой этой трубке. Зрелище очень впечатляющее. Кроме того, конечно же, там можно увидеть... Не пропустите, пожалуйста, да, дорогие зрители. И самое главное, что сделала компания «Алроса», она дала нам возможность сейчас, и мы увидим в нашей экспозиции, о которой говорила Галина Николаевна, эксклюзивных ювелирных изделий, готовили наши ювелиры в течение года, еще и недавно добытый алмаз. Вот самый главный экспонат. Да, это главный экспонат, наша фишка, добытый в Нюрбинском ГОКе. Мы с вами тут обсуждали его каратность. 136 карат. Восхитительной красоты. Он уже выставлен в сокровищнице. И я думаю, сегодня уникальная возможность его увидеть, ощутить. И, конечно же, и экспозицию всех других наших ювелирных продуктов, которые изготовили наши ювелиры к нашей бриллиантовой неделе. Я думаю, и кроме этого, конечно, компания проводит международный крупный аукцион по продаже крупного алмазного сырья. Это традиционно. И мы ожидаем, и уже сегодня видим, что потребителей или заинтересованных очень много. Думаем, что и компания будет иметь доходы значительные, и мы будем иметь в качестве туристов достаточно состоятельных, будем так говорить, и интересных посетителей республики. Людей, которые сюда специально действительно приезжают на... Но что еще? Открыты двери, мы уже с Галиной Николаевной говорили, наших диамантеров, наших обработчиков, наших огранщиков, и школьники, и люди, скажем, те, которые сегодня не могут каждый день себе позволить ходить на эти выставки, могут с открытыми дверьми быть во всех наших и производствах, и наших салонах, да, и воспользоваться вот этими предложениями. Мы думаем, что это очень важно увидеть ближе, а что у нас здесь происходит, мы сами не все знаем. Галина Николаевна, аукцион эксклюзивных ювелирных изделий. Он же тоже планируется. Давайте просто обозначим, когда он будет. Он будет 8 числа? Да. В 11 часов. В 11 часов. В 11 часов, да. И это будет очень интересное изделие. Спасибо вам огромное, Галина Николаевна, Екатерина Ивановна. Наше время в эфире подошло к концу. Будем прощаться. Все на бриллиантовую неделю Якутии. Ждем Спасибо всех, вам, что конечно. Были с нами. Всего вам доброго. До свидания.